Приветствую всех на канале Есть Поесть и предлагаю испечь очень простой и вкусный заливной пирог на кефире. Начинка может быть любой, у меня сегодня не сладкий вариант, поэтому я беру копченую курицу, вареные яйца и зелень. Такой пирог можно приготовить к чаю или как самостоятельное блюдо на ужин. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео, кликая на соответствующие слова. Итак, все продукты берутся комнатной температуры. К яйцам добавляю соль, 2 чайные ложки сахара и разбалтываю. Вливаю растительное масло, кефир любой жирности и размешиваю. Высыпаю примерно половину муки и добавляю пол чайной ложки соды, что называется под нож. То есть провожу по ложке содой ножом, чтобы убрать лишнюю горку. Вместо соды можно взять чайную ложку разрыхлителя. Размешиваю, затем добавляю остальную муку и замешиваю тесто. Оно получается вот таким, не густым. Для начинки режу зеленый лук и петрушку с укропом, вареные яйца тру на крупной терке и копченую куриную грудку режу кубиками. Добавляю соль, специи и размешиваю. Копченую курицу можно заменить любым копченым мясом или колбасой. Форму размером 20 на 20 сантиметров смазываю маслом и отправляю примерно половину теста. Выкладываю начинку и распределяю оставшееся тесто, аккуратно растягивая его по начинке. Друзья, на моем канале вы можете найти очень много вкусных и быстрых рецептов выпечки, в том числе и заливных пирогов. Далее отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу лучше дать немного остыть. Он получается очень нежным, мягким, с ароматом зелени и копченого мяса. Такой пирог можно взять с собой в качестве обеда. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусной и простой выпечки. Подписывайтесь на канал, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.